Аудитория жадно внимает до предела информативному фильму. Рассказ с экрана монитора ведется об уникальном роде войск – военных химиках. Эти бойцы борются с невидимым врагом – биологической, химической и радиационной угрозой. Мы должны уметь защищаться от этого. То есть каждый из нас должен научиться понимать, что да, нам грозит опасность, что да, мы можем оказаться в любой ситуации, и мы должны уметь защищать себя сами, конечно, благодаря развитию наших военных. Особое внимание на встрече подвигам бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Именно для них химчане при поддержке партии «Единая Россия» собрали более 300 тонн самых разных грузов, столь необходимых на передовой. И этот поток гуманитарной помощи не иссякает ни на день и никого не оставляет равнодушным. На личном примере могу сказать, что недавно мы там купили 4 генератора, отправили в зону специальной военной операции. А еще маскировочные сети, окопные свечи, квадрокоптеры, помощь жителям Донбасса и Курской области. Отдельный предмет для гордости – масштабная патриотическая программа, в рамках которой прошли сотни познавательных мероприятий. Это и мастер-классы, это кинопоказы, это спортивные эстафеты, спортивные соревнования. Это нужное дело для нашего округа. И не только для нашего округа, для всей нашей страны. Программа встречи в школе «Лидер» была недолгой, но насыщенной. Ученикам и преподавателям продемонстрировали форму войск химозащиты и вручили благодарственные письма ветеранам-чернобыльцам. Владислав Грачев, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.